Привет, маленькие и не маленькие танкисты. Я играю в Отблиц уже более 5 лет. У меня прокачаны все ветки танков. Есть премиумные и коллекционные танки. Я не предлагаю вам для набора подписчиков золото, танков, пропуска и прочего. Все равно они вам ничего не дадут. Однако про игру в Отблиц я могу много интересного рассказать. Подписывайтесь на мой канал и учитесь побеждать в боях. В связи с санкциями политическим давлением Wargaming была вынуждена уйти из России. Wargaming – частная компания, издатель и разработчик компьютерных игр преимущественно free-to-play MMO жанра и околоигровых сервисов для разных платформ. Штаб-квартира располагается в Никосии, Республика Кипр, центры разработок – в Минске, основной – Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Официальным партнером компании является Wargaming Public CO. Limited – кипрская компания-дистрибьютор, основанная Виктором Кислым 26 июля 2011 года. Лёст – это петербургская компания, она остается работать на пространстве СНГ. Она создала игру World of Warships и имеет все необходимое для поддержания игры в Отблиц. Игрокам из России лучше перейти в Лесту, там будут русскоязычные игроки. Более подробную информацию можете прочитать на официальном сайте игры в Отблиц. Как ты еще не подписался на канал? Жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске! Хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана? Тогда вступайте в кланы, где это будет возможным. Выполните только одно условие. Вы должны активно играть и будете получать все награды. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока, маленькие и не маленькие танкисты.